Итак, всем трем и до доброго времени суток, это канал. Ой, Дмитрий. Ой. Или не я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях, на канал подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуем. Тебе не сложно, мне приятно, а мне поддержка, а мне мотивация. Ну, в общем, так и все прекрасно знаете. А кто не знает, тем добро пожаловать. И Майнкрафт. Собственно, я, честно говоря, думал, что Шурик будет здесь. Меня вроде как вчера приглашал, но вчера я был на смене. Вот. Решил сейчас так немножко, знаете, позаписывать так, в лайтовом режиме. Позаниматься там, может, наконец-то с мостами разобраться. Ну, сделать их более красивыми, со всеми там подпорочками и так далее. Ну, в общем, сейчас. Немножко постройкой позаниматься, тем более мрамор у нас вроде бы в прошлый раз Шурик зарядил, он добычу, значит сегодня его должно быть уже дохренище. Так, здорово, ребята. Так, собственно, рыть мне в таких количествах уже не нужно, да? Нет, ну с другой стороны, шкуры нам все равно нужны. Поэтому уж ладно. Пусть будут. Сейчас мы их слегка все-таки размножим. Вот. Лишним это точно не будет. Все. Все, ребят, успокойтесь. Хватит. Скрип, размножаемся. Торопимся. Здесь был слендер. Здрасте. Сударь, а вы как тут? Нет, это серьезно. Откуда он взялся? Все подсвечено. Нормально. Зомбяк откуда-то пришел. Ну ладно, бывает так. Держи. Раз. Два. Три. Четыре. Размножаемся, ребятки, размножаемся. На, держи. Сейчас мы вас слегка ускорим. Так, еще два цыпленка, да? Ну, сейчас до 10 минут доведем. И до 5. Ну вот так, да. Кейкс, тут был слендер, да? Скотина, блин, есть? А, у меня есть слава. Перебор. Дверь-то что не закрыл. Тут, нет, тут все нормально. Я уже, ну, тут тоже был слендер. Так, машинка у нас по производству всяких раз. Интересно. Тьфу ты, блин. Не пугай меня, мелкий. О, это еще кто? Главное вовремя. А, это ты Шурик, собственно говоря. Минутка. А долго, что ли, идти курить? Ну, всякое бывает. Позвонил, когда уже курил. Вон ты какой. Да. Серверный олень. А. Ты уже пишешь? Я уже пишу. А что? Жалко, ну ладно. А что случилось? Да, не хотел на записи инфу озвучивать потом. Ой, ты смотрите, какая няша, а? Фон на записи озвучивать не хочет. Да. Ну, терпи тогда. Так. А я тут что-то разобрался с Сабнафтикой, думаю, Шурик что-то не звонит. Поиграю пока.
наушниках, а тут ты. Я как чувствовал, что без меня играешь. Смотрите, как устойчивый. Короче, сам в шоке. Так. Сюда, кости сюда, камень сюда, всю эту херню сюда, жареную курицу не сюда. Так, подключиться. Нам нужен мрамор. Какие же мраморы поместить? Ну, да, я знаю. Вот он мне нужен. Сейчас я его у тебя начну изымать. И буду строить красивые мосты. Давай. Изымай. Ну как красивые. Короче, что-нибудь построю, а там посмотрим. Квадратные. Так, и вот я тут. Тык. Чё хотел показать? Как? Вчера. А? Уже ничего? Я уж не помню. Понятно, всё с тобой. Уже ничего. Так. Это как? Почему у меня? Чё такое? А, понятно. Да нет, пытаюсь у тебя что-то забрать, а у меня вместо... Пытаюсь мрамор у тебя свистнуть, а вместо мрамора свистится медная руда. Вот я удивился. Что за нах? Ух ты ж, ёжики пушистые. А, что такое? Топливо кончилось. Ну сходи за пивом. Пиво у меня есть. Как? Ты же говоришь, топливо кончилось. В реакторе кончилось, в реакторе. Ну, сходи. В другой магазин сходи, раз в реакторе нет. Ой, все. Надо карьер поставить. А где у меня лежит карьера? И где зомби шипят? Сказал бы эти, где лежит твоя карьера. Не карьера, а карьера. Ой, все. Хы-хы-хы-хы-хы. Да-да, примерно там же, где мой диплом химика. Господи, у тебя такая гадость есть. Есть. Кошмар. Блин, а куда я карьер сунул? В задницу! Подожди, или он у меня копал мрамор и там и остался? Ну, если ты... В прошлый раз все закончилось на том, что ты его оставил копать мрамор. Значит, конечно, он тут стоит. Хрен, значит, у тебя пригорел. Блин, полет на этих реактивных ранцах выглядит, как будто чувака реально на мощном горячем пердаке просто уносит куда-то, блин. Да. Так, мне нужен, помимо всего прочего, еще и обсидиан. Тоже есть, вам есть идти. 350 штук? Фу. Его малый. Позорище. А ты же не копаешь. На твои седины. Я. Я уже давно копаю для удовольствия. А ты для добычи. Да. Но ты же у нас карьерист. А я так, бегаю тут с кирочкой. Так, настройка. Именно так. Это, глину мы оставим. Так, вопрос. Песок. Лестница. Драконовая руда. Ступеньки. Так, ступеньки. Из малого кирпича небесного камня. Ступеньки из небесного камня. Активные адские кирпичные ступеньки, ядрит твой корень. Активные адские. Понял? Ага. Аккуратней. Там ученок. Туалетный. Активный. Какой кошмар. И зачем он там? А чёрт его знает. Тусуется.
так, ладно, стоп. Я забегался туда-сюда. Это неправильно. Во-первых, это меняем. Это сюда. И начинается изничтожение. Кого уничтожать будешь? Первый мост. Пу! Пу! А, это ты. Я уж думал, какой скелет совсем страх потерял. Так. Топор. Что-то какая-то шахта. Твоя же. Не освещенный, нет. Твоя. Тут шахта твоя, Шуриков. Нет, это не моя шахта. Да твоя, я тебе говорю, не спорься. Я тут никогда не копался. Тут что-то частично освещено. Да твоя, я тебе говорю, на этом берегу копался ты. Не освещено. Ты не копался, я здесь. Копался. Не моя. Твоя. Я на этом берегу, только добывал песок и этот. Не отмазывайся, не военкомат. Да пофигу вообще. Напугал ежа голой жопой. Не психуй. Истеричка. Ой, эх. Все под... Натыкал стрел, блин. Да. Что такое? Я уже что-то перегружен? А, нет. Так, нет, этим топором рубить. Извиняюсь, что в лужу пердить, ну его нафиг. Это неудобно. Руби большим. Так я большим и рубил. А. Большим и неудобно. Слишком много разлетающихся этих кусочков. Проще уж точечным работать. Тут уже либо топор, который на автомате загоняет все тебе в сумку, чтобы не гоняться за этими кусками, либо точечный. Понятно. А большой я вон на березках прокачаю. Пил. Я почти прошел сабнафтику. Поздравляю. Финальный монстр найден. Как у тебя с киберпанком? Отлично. Сегодня немножко поиграл. Потом еще буду. Ну и как? Впечатление? Прикольно. Ну слава богу. Так. Как по оптимизации? А я что-то даже и не знаю, но у меня не тормозит. Как трассировка. Тут у меня вопросы всякими грузишь. Ну интересно же. Я вот его не стал покупать, решил подождать, так сказать, пару неделек. Зачем? Месяцок точнее. Ну пусть они там все патчи свои сделают. А я уж потом, так сказать, когда волна хайпа немножко уляжется. Спокойно, в своем ритме. Торопясь, как говорится, не пихаясь, не толкаясь. А то сейчас все, блин, его стримят, пишут, да, выкладывают. Обзор уже пошли, блин. Киберпанк Тор. Вчера первые были обзоры, первые стримы. Да. Ну да. Там же, собственно. У тех, у кого предрелизная версия, они уже вчера начали. Вот и я о чем. И ты знаешь, тут, например, канал у чувака что-то не очень много подписчиков. Ну, меньше 100 тысяч. А зажрался, блин. Просмотров, ну, в смысле, зрителей на стриме было. Что-то 1008. То есть канал не самый известный, не самый раскрученный. Нормально. Шурик, раскрученный канал. 100 тысяч это раскрученный канал. Да я беру меньше, сейчас скажу сколько. А может это я ошибаюсь. Вы слышали, да, как на. Вот как этот непосвященный рассуждает? Нет, я вру. У него 319 тысяч подписчиков. Не раскрученный. Говорит, 100 тысяч, говорит, это не раскрученный канал. Я такого не говорил. Я говорил, меньше 100 тысяч. Зажрались совсем уже, блин. Я тут, понимаешь,
за каждого подписчика воюю, со всеми общаюсь, чуть ли не каждого в лицо, блин, знаю. Он мне такое заявляет. Он первый стрим, 200 тысяч просмотров, 9 часов с половиной шел стрим. Капец, у него, наверное, жопа вспотела там сидеть. Не знаю. Вот они. Как это? Вот они, постоянные клиенты компании по производству мази от геморроя. И ничего не хихи. Так и есть. Так. Я что-то хотел сделать, а что я хотел сделать? Ты так, хотел собрать все свои вещи, продать все свое имущество и свалить в Турцию. Нет, этого я не хотел. Хотел. Все этого хотят. Так, заполним на 30%. Этого хватит надолго. Эх, я обрываю всякие связи с этим берегом. Отныне мы сюда не ходим. Мы только летаем. С каким берегом порвал связи? Вот. А, вижу. Последний мост. Последняя перемычечка. Шурик, ядрить твой в корень! Чего? Оставь пока, ну-ка верни назад. Хорош там баловаться с метеоустановиться, а ты как ее. Я на восход солнца проматываю. Ночь тоже нужна. Чем? Как зачем? Монстры и все такое, вдруг что-нибудь интересное. Я еще до сих пор этого не полюбил, суперкрипера. Ну давай я тебе поставлю ночь, хочешь? Нет уж, не трогай. Хорош бы вмешиваться, вестись на ход вещей, тоже мне, блин. Ну так интереснее. Интереснее. Не крути цацку. Нашелся спиннер, блин. Да. Так, я хотел заняться... сексом. Нет. Сочувствую. А такой молодой. Конкретно сейчас не сексом. Эх, такой молодой, а уже никакого секса. Ой, все. Что началось? Нормально же общались. И вообще не будем вкусом. Эх, да, действительно. Так. Стесать, что ли, этот кусок берега или бог с ним? Так. О, фига себе. Я практически всю эту мотыгу, весь мотыга-топор в контрапупил. Оп. По поводу. Да я тут копаюсь. А где? Зачем? Я немножко лишнего убрал. А ты где вообще? В себя. А, ну бывает. И это нормально. Да, я тоже так подумал. Так, что у нас мрамор? Ох, ядрить твой в корень. Сколько тут версий? Собственно, да. Чизель наше все. Так. Ну, в общем-то, да. Внимание, вопрос. Что я хочу видеть сверху? Колонны-то у нас будут из вот этих вот красивых а-ля египетских вариантов. Греческих, да, вот. Греческий капитель широкой колонны. Красиво. Эстет херов? Вот уж тебе виднее. Чего ты там эстет? А может быть потрескавшийся? Нет, потрескавшийся стрёмно смотрится. Чисто выветренные кирпичи тоже не особенно. Надо мелкий, наверное, брать. Большая плитка тоже фигня. Надо брать беспорядочные плитки. Беспорядочные половые связи. Ну вот уж. Не, ребята, без меня. Я старый и ленивый. Ты в этом не участвуешь? Я в этом уже научаствовался, хватит. Да. Молодость прошла не зря. Ну, расскажи своим подписчикам. О чем? Как о сексе в палатке? Понимаешь, проблема в том, что если начну об этом рассказывать, то на это видео придется тоже ставить 18+. Это такой геморрой, честно говоря. Само-то упоминание секса не требует никаких дополнительных тегов.
конце концов, штука естественная. Но вот если подробный рассказ, то это уже потребует, так сказать... Видеофакты. А у тебя они есть хоть один? Нет. Ну, вот не выпендривайся. Тоже мне. И вообще, я стесняюсь. Видеофакты. Что я вам? Ну-ну. Интимная жизнь – штука личная. Так сказать, нефиг тут выносить на всеобщее обозрение. Если только ты на этом деньги не зарабатываешь. Так. Да, вот такой вот я скучный и неинтересный. Я тут случайно докопался у себя. Оно как вылезет, как укусит, да? Спринг. Да. Так, надо восстановить стенку. Нет, тут стенка нужна. Нужна. Не, Шурик, что бы ты там ни натворил, все равно эпический фейл с зеленой соплей ты не повторишь. Ну, помнишь, когда я полдома расхворотил одним ударом? А, да. Знаешь, пока что у нас сложно это переиграть. И мне нужны вот такие. Это у нас пол. Интересный у вас пол. Слушай, пол. Из мрамора это красиво смотрится, черт побери. Так весь дом сейчас перестраивать придется. Вроде ничего особенного, но уже как-то так. Блин, реально, зараза, весь дом сейчас перестраивать придется. Не люблю я вас. Какая сволочь мост попросила из мрамора. Я помню. Есть у меня какая? Подписчик. Юнотом кличут. Он сказал. Я помню. Что он сказал? Ну, говорит, мосты нужны каменные. А я сказал, окей. Захерач мне, говорит, цветочек вяленький. Вяленький? Ну, типа того. Так. Ой. Стоять. Хотя это мысль. Что, цветочек вяленький? Нет, я тут проковырял себе выход к этому. К энергохранилищу. Чёрт. Так, может его и оставить? А, говоря. Итить. В кои-то веки сработало это. Как ее? Прокачка. Шанс найти дополнительные ресурсы при добыче рут. У меня деревянная миска выпала из земли. Успех. Помнишь же, да, как я при это угорал в свое время? А тебе там на кухне деревянные миски не нужны? Фиг знает. Так. Так мы все выравниваем, да? Там карьер накопал или не накопал еще Елориум? 5 всего, да? А еще я, наверное, начну, когда закончу сабнафтику, я, наверное, GTA 5 начну. У меня как раз к тому моменту оперативочка объявится уже. И охлаждение компании немножечко до это. Доделал, до улучшил. Да, вариант. Начну пятую GTA-шку наконец-то. Все проходят киберпанк, а Лейзи Дмитрий проходит пятую GTA. Видимо, киберпанк ты будешь проходить лет через 5. Ну, когда он уже станет неустаревающий классик. Я тебе больше скажу, у меня есть мысль как-нибудь Ведьмака начать. Ну, давай. Начни там сразу с первого. Первый, второй, третий. Потому что первый я у тебя с удовольствием посмотрю. Я играл в него очень давно и плохо помню. А что, он актуальный? Кто? Ведьмак первый и второй. Потому что я что-то слышал, какие-то немножко негативные отзывы, типа вот третий, да, торт, а остальные так себе. Третий определенно лучше. Никаких возражений, но, в принципе, первый и второй вполне годные. Второй у меня точно есть. Третью. Второй, я, кстати, у тебя еще посмотрю, потому что я его не играл. У меня он есть, но я его не играл. Да я мне что-то. Управление не понравилось. Вообще не зашло. А вот третий, он великолепен. Это да.
Текс. Так, а что, у меня перегруз уже? Понятно. Не так нравится, как... Ты у меня сундуками скрипишь? Нет. А, ну сейчас, да. Так забавно. Открываю сумку, у меня елориум, 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 елориум. Появляется, исчезает. Че? А, ну да, он же досред. Карьер. Появляется, исчезает, появляется, исчезает. Елориум мне нужен. Елориум нужно много. Ты господи. По, собственно говоря, то же самое, что и уран. Топливо для реактора. Так, ну думаю, этого мне, в принципе, хватит. Гриб. Грибфрукт? Нет, просто гриб. Грибфрукт. Откуда у меня сарай курять? А, это я, скорее всего, тоже добыл из этого. Из земли. Сырая курятина из земли. Сырая. Сырая. Курятина из земли. Ну, да. Магия. Шикарно. Так, теперь. А насчет киберпанка, я сейчас с тобой поиграю немножко и пойду в киберпанк играть. О, слышали, да? Слышали? А что такого? Так вот. А что, собственно говоря, тебя не устраивает? Да нет, ничего. Я, понимаешь, покупал его, ждал его. За бешеные деньги, да. Страдал тут. Чего за бешеные? 2000. Разве бешеные деньги? Ой, Шурик, не выпендривайся, а. Да, это много. Это много. Ну, это не мало, но это немного. Не, ну я не спорю, на плойке игры там и по 5, и по 8 тысяч стоят. Угу. Я ничего не говорю, ну, как говорится, были бы идиоты, а цены найдутся. Чё тут? Как говорится. Тьфу ты, блин, уйди. Мешаешь, отойди. Иди в свой киберпанк, всё, уходи, обиделся я. Ты мне больше не дружок. Ой, всё. И не писи в мой горшок. Не буду. Ой-о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 й
ты мог пострадать. Куда меня все время уносит, блин, а? Алло. Я сейчас снова перемотаю день на утро. А зачем? Да не хочу я ночь. Я тут как раз сейчас на улице копаюсь, не хочу, чтобы всякие зомби мешались. О. Так. А почему у меня вода вдруг перестала кончаться? А, стоп, а что это было? То вода, говорю, воздух. Блин, да что происходит? Кабельный фасад есть. У меня персонажа пипец как глючит. Нажимаю идти в, под водой идти в сторону. А он не идет в сторону, он начинает бежать как-то на месте и смещаться назад. Сейчас бредит. Подводное течение? Так в том, да, ну может быть, но как-то просто странно, что почему он назад начинает смещаться. То есть его прям тащит. Он, понимаешь, он так стоит на месте, а тут он прям ускоряется и назад начинает бежать. Херня какая-то. Так. Вот, из такого кирпича у нас будет верх, а не... Низ у нас будет из другого кирпича мраморного, потому что, ну, низ это же основание и такое прочее. Низ это основание? Да. Именно так. Так, деревяшки свалим все сюда, заборы. Это все тоже, да, пусть здесь лежит. Так, это сюда, это тебе. Золото, смотрю. Ты каким балуешься? Я все вижу. Заколебу. Не сомневаюсь даже. Так, next. Теперь. Какие кирпичи использовать? Наверное, все-таки какие. Либо вот эти мрамор призма. Мне нравятся уж более такие. Стоп. А может однообразным его сделать целиком? То есть весь из такого вот варианта.
Так, а если, допустим, ну, допустим, к вам. Допустим. Блин. Это у тебя кто? А, мраморная колонна. И она, кстати, ого! А, тут я не тем ломаю. Я уж офигел, думаю, ничего себе у нее крепость, блин. Так. Я же в воде сейчас долетаю. Ты, да, до половины. Так, вот так у нас получается. И как-то выглядит со стороны. Не готово выглядит. Нет, я смотрю сочетание. Да, фиговенько. Не очень. Да вообще говно. Так, такой вариант не подходит, да? Так, ладно. Ну, если другой попробовать. Блин. По-хорошему надо было все в таком стиле делать, да? А, черт, как это называется? Мрамор, беспорядочные плитки. Давайте-ка мы чисто из них все сделаем. Так. Так. По счастью, все это можно изменить вот таким вот образом. Всем, так сказать, напоминаю, что чизель – это замечательная штука. Да, вот в таком варианте. Так, а теперь мне нужен твой стол. Отожму-ка я его у тебя, пожалуй. Отожми. Да по сути такой же. Как он называется? Я уже добежал, ладно, забей. Я уже добежал, забей.